Садись по полной. Спасибо. The Last of Us. Или посмотри, нет для чего полезного. Ага, договорились. Ну, все нашли? Мы готовы. Все, Жили, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Он правда какой-то странный? Да, тот еще тип. Во что ты на этот раз влип? И где Тесс? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку? Да пошел ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Тише, тише. Один внутри. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Занята. А мне так... кажется, что вы, голубки, того. Может и так. Ну, теперь сюда. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. Ну ладно, еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы со склада, да, и оттащить теперь по сточной изгороди. Теперь он говорит сам собой. Снова. Да. Потом ты... Билл! Джоэл! Лезем наверх. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты-то должен понимать. О чем? Неважно. Непропорционально большие домики. Теперь сюда. Ну, пришли. Чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего. Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто
Стопку поправила. Не смей трогать! Засранка. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Так, сначала я хочу тебе кое-что показать. Что это? Моя новая игрушка. Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение, но не видят даже того, что под носом. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится. Ну, соплячка, если что-то пропало... Да не нужно мне твое барахло. Расслабься. Джоэл, ты за ней следишь вообще? Слежу, слежу. Неплохо устроился. Если хочешь исповедаться, то самое время. Ну что, вперед и с песней. Элли, давай. Вон, школа там. Так... Готовы? Сейчас узнаем. Вот блин. Пошли. Тебе не стоит на это смотреть. Я такое видала. Вот за этими воротами я еще не бывал. Я понял. Ого, вы это слышали? Ни звука. Вроде все. Отлично. А, черт, заперто. Стой. У меня ключ от ворот. Советую не шуметь. Тише, тише. Гномики садовые. Забавно. Ха-ха!
дали бы мне путь, я помогла бы отбиваться. Заткнись, помалкивай. Сюда. С той стороны привязано. Может, тут пролезем? Собаки! Джоэл, как раз для тебя. Бра. Только очень осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Внутри дома тоже есть щелкуны. Молодец. Может, тебе пушку дать? Нас пока не заметили. Нам еще далеко? Мы уже близко. Действуем быстро. Заходим, хватаем аккумулятор, валим нахрен. Не хочу там застрять. Идея ясна. Кто ее тут оставил? У тебя есть друзья? Нет. Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Школа за этим домом. Идем внутрь. Давай, Элли. Вроде никого. Это ненадолго. Никого не укусили? Нет, меня нет. Все нормально, пошли. Помоги открыть. Что я говорил? Вон грузовик, торчит из стены школы. Пошли. Они... Йоу-йоу-йоу-йоу! Воу, 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 капец анимации. Я думал, будет сложнее. Наверное, где-то еще засели. Не дай себя убить. Вот спасибо. Хорошо. Теперь нужно добраться до кузова. Черт, слышишь? Они идут. Йоу, 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 они уже тут. Джоэл! Зацепись ты, давай! Черт! Это не поможет! Билл, скорее! Толкай! Ну, ты скоро там? Пусто. Что? Ни хрена нет. Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда. Живо, уносим ноги. Прорвались!
Security Breach. Входим. О, мы в школе. Как мило. Американская школа. Немножко фастфобия, так сказать. Помоги открыть. Ты готов? Еще раз. Давай. Черт. Сейчас набегу. Вау. Открой зал. Ой, актовый зал. Физкультурный зал. Долго не выйдешь. Ну, возможно, и актовый, кстати. Это не к добру. Вообще, первый раз. О, нет. Твою топля! Чего? Элли, прячься! Разберусь. Господи, почему он такой раздутый? Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. А, потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Лезем наверх. Ага. Давай. Лезем, лезем. Джоэл, сзади! Я понял, вижу! Вижу эту пакость. Сними все, залезай! Быстро! Подтяни! Он остался таким упитанным. В такой апокалипсисе, где еды очень мало, не понимаю. И он постоянно бегает. Сюда! Хотя сиди на весь город. Хотя ж чем он питается? Нас здесь перебьют! Еще одна лестница! Беги, беги! Я за тобой! Вот бы в Dead Island поиграть. Второй. Внутрь, живо! Да уж, лучше некуда. Так, ладно, я пойду осмотрю дом. Билл? Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь. Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что, пусть Тесс берет про свою девку вообще молчи. И вместе с заткнись, ней идет... понял? Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Только этот дурак мог носить такую рубашку. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... Ага, не хотел. Да к черту. Полюбуйся. Даже бензин есть. Мой аккумулятор. Вот ублюдок. Вылезай. Вылезай. Ладно, садись. Аккумулятор сел, но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен?
Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Слушай, это тоже мое барахло. Ты что, решил меня обокрасть и смыться? Так что ли, Фрэнк? Можешь обыскать дом. Найдешь дофига полезного. Это мысль. Дай знать, когда будешь готов. Я крикну. Я готов. Готовы? Ты справишься? Да легко. А ты молодец. Имей в виду. Я не подведу. Ладно. Билл, навалились. Пусть она сядет. Я уже сижу. Просто поставь ногу на сцепление, и когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, плевать. Главное, сделай как надо. Элли, готовься. Давай, жми, выживай. Давай, let's go. Если доберемся до склона, просто с горки пустим их. Прямо за домом, справа. Верни в обрез. Навалились. Ты ведь мне целый день испоганил. Теперь с другой стороны. Едем к холму. Элли, готовься. Запрыгивай, запрыгивай. Заводи. Слышишь звук, Билл? Стрим. Заваливаемся и все. Жми. Я бы на их месте не останавливался. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. А, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Ты чего это не спишь? Ну ладно,
Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, у Билла. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну, вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Нет, только не это. Просто отлично. Что теперь? Ладно. Эй! Прошу! Охренеть! Помогите! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Вот щит. Я в порядке. В порядке. Так вылезай, скорей. Иди сюда. Отцепись, недоносок. Я тебе покажу. Йоу. Вот ублюдок. Давай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Берегись! Лежи! Блин! Так, это последний. Ты как там? Вроде нормально. Ой, хорошо, валим к чертовой матери. Осмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Слушаюсь. Блин, почти что RTX. Так, дайте-ка угадать. Ты двигаешься? Не двигаешься.
куда нам тогда? Да уж, обратно мы не пойдем. А, вот, это обратно. Окей, все, понял. Что-нибудь видишь? Да, только если нет. Должен быть способ получше. А, блин, как я сразу не заметил. Это, ну, нет? Оу. Поищи что-нибудь, чем можно подпереть. О, тут столько всего интересного. Элли! Да. Ну, давай! Так, держу, держу, держу. Смотри. О, сколько всего интересного. Ты это имела в виду интересного? Охотники. На их месте могли быть мы. Надо же. Сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом. Уходим отсюда. Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Ой. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Вау, птичка улучшена. Вау, офигеть. Казалось, они не зараженные. Неважно. Пошли отсюда. Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Ну вот, теперь будешь меня доставать. Крутота! Что это? Не знаю. Элли, пригнись. Прячемся! Курочки. Капец. Вот именно. А мост ведь далеко. Дойдем. Ребят, а вы, пожалуйста, оставайтесь на канале. Всем удачи, пока, до новых встреч в новом видео.